Привет, друзья. Ну что, как обещанное, подводим итог нашей викторины. Угадай число. Значит, что нужно было сделать? Нужно было под тем видео написать одно число с учетом того, сколько вы предполагаете, что я привезу именно изделий на выставку «Клинок». То есть туда входят не только ножи, то есть туда входят и открывашки, и бусины, которые я говорил. Значит, вообще чистый фарт, на самом деле, вот кому если повезло. Вот имя того, кто победил или не победил. Если победил, я в конце в ролике напишу, да? Я сейчас запишу видео, потом пойду смотреть, кто там что понаписал. Значит, угадать было, даже я не знал, сколько будет, по одной простой причине, потому что я сделал в два раза меньше ножей, чем я планировал. Я планировал сделать кухню, кухни не будет, потому что, ну, физически я не смог сделать. Второй аспект, значит, я заказал бусины, вот такие вот. Ну, я их еще в любом случае в обзоре покажу. Вот такая вот бусина. Вот такая бусина. Сейчас я их. Вот такие две. И вот такая вот третья. Вот. То есть, я не знал, успею. То есть, мне человек говорил, я не знаю, успею, не успею сделать. В общем, успел. Давайте сразу скажу. Вот таких бусин три штуки. Вот таких вот бусин 17. Можете сразу записывать это изделие. Вот. И вот таких бусин. Вот такая рысь с разноцветными глазами. Вот. Их всего 5 штук. То есть 3, 17, 5. Вот. Большие, прикольные. То есть всего 25 бусин. Поэтому, если кому-то повезло, прям поздравляю. Скидка ваша. Так, что, пошли считать ножи? Так, итак, друзья, значит, смотрите, вот оно все лежит. Вот, сейчас я все вместе с вами. Все это я пересчитаю. То есть вот это вот все количество ножей. Сейчас прям одну секунду вернусь. Так, значит, я уже подсчитал, но дабы ради, скажем так, честности, да, все сейчас покажу. Так, начал уже упаковывать. Вот здесь вот финки 105 миллиметров, но они здесь не все. Вот здесь вот в таких вот упаковках 28 финок. Вот здесь 28 штук. Там берите, пишите на бумажечке. Значит, вот это идут у нас финки 120 миллиметров. Их 15 штук. Буду подглядывать. Так, это у нас идут, значит, камусники, их 7 штук. Пчаков у нас 8 штук. То есть можете прям ставить на паузу, пересчитывать тут, я не знаю, чтобы все было по чесноку. Так, здесь, значит, у нас, вот здесь у нас идут сепьеры. Вот, здесь будет 105-125, как бы их 13 штук. Значит, вот в этой упаковке, вот в этой пачке, здесь идут элмаксы, то есть тут 4 типа размера. Элмакса у нас 13 штук. Так, значит, дальше, вот это вот все. И вот это вот, это 90В-420В. Здесь их 23 штуки. Дальше, значит, два ламината с S390, два ножа из кромокса, всего два я их сделал. Вот будет новиночка CPM 15V, три ножа, крокодил, страус, слон, страус, крокодил. Вот, прям совсем новиночка. Дальше, значит, у нас идет ламинат PGK, ой, вру, ламинат с QPM. Вот, вот это все, вот от сих, вот до сих. Это ламинат с QPM.
Тут их 17 ножей. Значит, 10 открывашек. Так, дальше пойдемте вот туда сходим. Вот туда мы сходим. Значит, вот это QPM. QPM PGK, PGK QPM называю. Это PGK в ламинате. Их тут всего сколько тут у нас получается? PGK в ламинате 6 штук. Так, дальше у нас идет, значит, ASP2061 в анализ 10 на вогнутых спусках с крокодилом 1. И вот эта вот вся упаковка, вот эта вот вся стопочка, вот, это у нас идет REX. Их 10 штук. То есть получается вот этот один и этот их 11. Ну вот это вот с ASP-шкой 12. Так, значит, смотрите. Вот эта стопка, это QPM-53 в моноварианте. QPM-53 в моноварианте. Вот это вот QPM-53 в моноварианте. И вот это вот все. Вот, пересчитайте, кому надо. Это QPM-53 в моноварианте без ламината. Их 36 ножей. То есть вот эта стопочка, вот эта стопочка и вот это вот. Все вот до этого ножа. Их 36. Дальше, значит, идем. Шейники, финки 90 миллиметров, 4. И вот здесь вот их, друзья мои, сейчас вот, может быть, вот так покажу. Здесь вот их 14 штук. Они лежат, они еще сохнут, можно, потому что, ну, тут просто, знаете, вмыли одно место. Вот их 14 штук, вот этих и этих. То есть там всего финок 18 на 90 миллиметров. Вот, можете пересчитать. Дальше, и у нас пошли финки на 105. Вот, вот, вот к той пачке. Тоже на 105. Их здесь 20 штук. Ну, сейчас вот так вот покажу. Такой мини-обзор, скажем так. Более детально я в любом случае выкладывал видео. Выложу, не знаю, когда этот ролик раньше, позже выйдет. То есть вот такие вот финки на 105 миллиметров. Вот такие вот. Лежат, сохнут ножны, то есть это все будет собираться, упаковываться ровно в тот момент, когда я буду уезжать. Потому что химия достаточно такая прям едучая и ну, может повредить, пока не высохнет само дерево. Да? Поэтому, в общем говоря, вот все ножи. Но еще момент, значит, есть у меня еще вот такие вот три. Вот такие вот три. Они тоже идут. Это коллекционные ножи. Вот это вот раз, два, три. Они тоже идут в счет. То есть можете их записывать. Кто приходил на выставку, тот прекрасно знает, что это за ножи, какие это за ножи. На видео пока показывать не буду. Ну, то есть, друзья мои, вот. Это все то, что успел подготовить на выставку. Кухня, увы, 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 потому что тут даже, вот видите, все это сохнет. Вот, все это сохнет. Что, пойдемте, будем дальше. Так, итак, друзья мои, показал сколько чего. Вот смотрите список. То есть я все написал. Всего 236 ножей я повезу на выставку, включая открывашки, то есть 226 ножей, 10 открывашек и 25 бусин. И всего у нас получается 261 изделие, которое я повезу на выставку. Знаю, есть один победитель. Поздравляю. Сейчас вот здесь вот напишу в комментариях. Там я поставлю сердечко. Вот под ником победителя. 25% на нож, обещанный вам, пожалуйста, если на заказ.
Все как и есть. Очень рад, что кто-то угадал. Но чистой, чистой воды угадайка была. Повезло. Мои поздравления победителю. Вот здесь вот постараюсь сейчас вот как-то вот прикрепить фамилию, имя, отчество. Я не знаю, никак это там на Ютубе сейчас пишется. Ужасно все это дело. В общем, мои поздравления. Несколько человек были очень близки. Прям очень близки. Там буквально кто-то чуть-чуть ошибся на несколько единиц, но в итоге все-таки еще раз поздравляю. Пишите в Telegram почту, приходите на выставку, напишите мне куда-нибудь, чтобы я знал, что это вы. Вот, дальше все обсудим. Все, друзья мои, викторина окончена. Жду всех на стенде. Все вот это вот великолепие для вас сделано. Приходите, смотрите. При желании покупайте. Все. Всем пока и до скорых встреч.